Так, что тут у нас написано? Горьковское ПШО. Производственно-швейное объединение «Восход». Шерсть. Шерсть химволокно. 31% шерсти, наверное. И 70% этого химволокна. Вот, Горьковское ПШО. Значит, Нижегородское. Раньше Нижний Новгород назывался Горьким. В советское время. Одно время. Как и этот, как его. Рыбинск Андроповым назывался. Форма. Шевроном советская. Вот такой шеврончик. С книжкой и шестеренкой. Все добротно сделано. Карману. Еще тут какой-то холястик. Такой лейбак. Наверное, код изделия. Какой завод, чего к чему. Так, ну давайте примерю свою школьную форму. Да, 5 июля мне исполнилось 38 лет. Ну-ка, форма, как она сидит. Хорошо ли, плохо ли. Пуговицы вот такие вот мне нравились этой формы. Но только они обламывались, бывало. Стегнуть как-то. Так, сейчас. Сейчас. Ну, немного поправился. Я с начала 90-х. Так ничего. Даже удобно. Еще бы сюда галстучек. И кеды какие-нибудь. Советские кеды. Которые быстро пронашивались. На один сезон, наверное, этих кедов не хватало. Подметка вот эта вся, подошва истиралась. Если постоянно еще и в школе в них ходишь, и еще на улицу куда-нибудь гулять. Нормально. Умели шить, умели. Такая неприхотливая ткань. Постираешь ее, где испачкаешь, щеточкой потер. И все. И опять в школу идешь, галстучек повязал. Форма, не какая-нибудь реплика, которая сейчас вот продают, торгуют в интернет-магазинах. Следующая форма. Это вот я на самбо ходил в такой куртке. Еще какая-то влажность, видать, была. Не подумайте плохого. Тут ничего не описано. Это влажность. Во влажном помещении все хранилось. Вонище влажностью. Да, какая-то типа ржавчина разорвалась. Тоже материал хороший. Форма, куртка это была белого цвета. Ее тут постирал кто-то с этим... каким-то цветным бельем. И вот она стала такого какого-то изумрудного цвета, эта куртка. Что характерно, хрен их где раньше было достать, этих курток. Это сейчас пошел в спортивный магазин, дайте мне там какую-нибудь там куртку такую вот, чтобы заниматься в секции самбо, да, тебе сразу дадут. Вот в такой вот Чак Норрис занимался в свое время, в такой еще кто-то. И на выбор там всех цветов, всех фасонов. А тут пояс делим. Синий, а у меня еще был красный. Да, так его и не вдеть. Вот это вот снять. Делаем.
сюда. Как-то так. Как-то так. Так, я фиг вылетел отсюда. Вот ничего, сейчас денег. Как-то так. Как-то так. Как-то. О! Да. Сейчас вот выполнишь какой-нибудь бросок через бедро условный. И уже какая-то боль там появится. Не, нормально так сидит. Тоже, конечно, подсела уже. Подсела, это я просто вырос с 90-х там. Нормально. Вот сейчас отправляйся на какие-нибудь соревнования. С вами был Вольфрам. Подписывайся на канал. Ставь лайки, дизлайки, и дальше будет интереснее.